Эти запахи, звон ложек, будто бы мне снова 13. Боже, правый. Кстати, об апокалипсисе. Это навевает воспоминания. Мы с Хлоей обожали парады. Эти рыбаки такие тихие ребята. Что-нибудь крупное поймали? Если ничего это крупное, то да. Целую тучу. А теперь оставь меня, я в печали. Ну, привет, привет. Посмотри, какой чудесный день. О, да, день будет клёвый, приятного аппетита. Ты ведь это хотела сказать. О, боже, готова поспорить, что это та же жвачка, что и 5 лет назад. Этому парню смелости не занимать. Мне кажется, что это совсем не весело. Надо бы заценить эту тему вместе с Хлоей. И ни слова про отмороженных студентов с пистолетами. Это граффити здесь уже целую вечность. Мерзость. Спасибо, быдло-поэт. Я бы купила эту футболку, не будь она такой туристической. По открыткам и не скажешь, что город настолько странный. Бррр, отталкивающий тип. Чего тебе? Мне хреново, я перепил пиво, так что отвали, прошу, дай мне пострадать в одиночестве. Этот полицейский выглядит поприятнее воображала Дэвида Мэтсона. Добрый день, сэр. Добрый день, юная леди. Выглядите растерянной. Я проголодалась и думаю, что бы съесть. Для двух китов это вечная проблема. Я всегда разрываюсь между стряпней Джойс. То ли тыквенный пирог, то ли поджаренный сырный бургер. Вы хорошо знаете Джойс? Я хорошо знаком с ее превосходной стряпней. Сюда весь участок заходит. Мы заботимся об этом месте, словно это наша собственная кухня. А Джойс нам как мать. Значит, знаете Хлою? Это печально, но у нас в участке каждый знает Хлою. Бедная Джойс. Слышал даже, что у нее травку в комнате нашли. Кто вам сказал? Я не слышал этого на полицейской волне. Джойс сказала, что это был косяк подруги Хлои, но сомневаюсь. Джойс не сказала, чей? И не сказала бы. Побоялась, что я арестую кого-нибудь. Можно подумать, я бы не стал. Переговорил бы с этим неудачником и сказал бы держаться от Хлои подальше. Или ему не поздоровится. Шучу. Да и за ними приглядывает Дэвид Мэтсон. Она твоя подруга? Я ее знаю. Знаешь, от нее одни неприятности. Бывает и так, но как настоящий друг она всегда появляется тогда, когда нужна. Похоже, что ты хорошая подруга. Жаль, что Хлою нельзя назвать хорошей дочерью. Вы, наверное, дружите с Дэвидом Мэтсоном. Я бы так не сказал. Мы знакомы. Почему интересуешься? В Блэквилле он заработал себе некоторую репутацию. Я уважаю Дэвида. Он послужил своей стране. И нашел свое призвание в Блэквилл. В участке рады, что он именно там, где он есть. Ха, не каждому дано быть полицейским. Мне пора идти. Приятного аппетита. Между делом скажу тебе одно. Держись подальше от фургона снаружи. Обычно я стараюсь не подходить к мутным фургонам вроде этого. Мудро. Парень, который там живет, Фрэнк. Довольно мутный тип. Это все, что я пока могу сказать.
Так, пора прикончить мой кофе и приниматься за работу. Уже в полдень KBA 7 News попытаются разобраться в тайне необычного снегопада, заставшего врасплох и одновременно восхитившего жителей Аркадия Бэй вечером теплого и солнечного дня. Мы выйдем на связь с метеорологами из Портленда и посмотрим несколько забавных, присланных вами видео со смешными реакциями на снежный переполох. Как знать, может, наша природа-мать просто разыграла нас? Чтобы разобраться, оставайтесь с KBA 7 News. Я бы за рулем грузовика и дня не протянула. Эти махины просто огромные. Тревор выглядит таким счастливым. Хей, Тревор. Привет, Макс. Кстати, я в курсе, что ты видела меня в общаге. Да, когда ты утром выходил из комнаты Даны. Да, и мне наконец-то пришлось рассказать Джастину. Он ведь тоже хотел с ней замутить. И как он отреагировал? Я его накурил, все обошлось. Все равно в Блэквилле ни у кого нет секретов. Увидимся на парах, Макс. Джастин постоянно в рассосе. Как оно, Джастин? Жду кофеек, чтобы скосить с парой и поиметь рейсы. А ты разве не должна делать свои фотки? Я всегда все фотографирую. Я ходячая камера. Полный угар, Максер. Хотя ж я ж под кайфом. Сейчас все смешно. Лучше бы ты учился, плохиш. Ты же не за тетрадями, пятерочница. Успеется. Кстати, о товарищах. Я видела, как твой бро Тревор крался из комнаты Даны. Тревор рассказал про их шуры-мур с Даной. Поэма первенства за ним, а кто прощелкал, тот привет-прощай. Славимся, Макс. Я бы за рулем грузовика и дня не протянула. Эти махины просто огромные. Сейчас я не в настроении трепаться. Нужно доставить желудку порцию хорошего завтрака. Конец связи. У дальнобойщиков такая романтичная жизнь. Всегда в дороге. А, привет. Пардон, муа, но ты мне глаз мозолишь. А все остальное, значит, вам глаза не мозолят. Плевать хотел я на твое остроумие. Ты звучишь как Джойс. А какая она? Деловая и умничает, как ты. Зачем быть таким грубым? Потому что я посидел за баранкой 12 часов кряду, держась на кофе и таблетках, и таща за собой 2 тонны нитрата. И все, чего я хочу, это спокойно съесть завтрак и попялиться в окно. Какие-то проблемы? Обалдеть. Так бы и съела. О, Кен Гизи и Джойс? Идеально. Совсем забыла о рыболовном зале славы. Айгаю, бейб. Как, кстати, только вот ни хрена подобного. Забавно, но наша семья никогда не ездила смотреть на китов. Похоже, это весело.